Ефір 9 каналу продовжує актуальне інтерв'ю. Сьогодні будемо розглядати особливості законопроекту Верховної Ради про підсилення відповідальності за домашнє насильство. На початку лютого «за» проголосували 328 депутатів. Що передбачає законопроект і як це змінить ситуацію з домашнім насильством в Україні, буде пояснювати фахівець. Це Іван Сокол, адвокат. Він представляє адвокатське об'єднання «Атлант». Доброго вечора нашому гостю. Перше питання. Чи доводилося вам у своїй практиці працювати зі справами щодо домашнього насильства? Знаєте, у нас достатньо молоде адвокатське об'єднання. Мы на данном рынке порядка года адвокатских услуг. И за это время уже нам несколько раз выпадала такая возможность сопровождать именно пострадавших от семейного насилия. Мы достаточно плотно сотрудничаем с проектом таким, как «Пани Патронесса». Вот этот проект является, по сути, наверное, последним оплотом для людей, которые страдают от семейного домашнего насилия. Вот они уже обращаются туда как к последней инстанции, которая может помочь. И, к сожалению, такая категория лиц, которые страдают от этого насилия семейного, они не в состоянии оплачивать услуги адвокатов, юридическое сопровождение. Поэтому по договоренности с данным проектом, с пани Патронесса, при оказании поддержки есть такой волонтер, знаменитый адвокат, как Юлия Сигида. Вот мы оказываем безоплатную помощь, адвокатское объединение наше оказывает безоплатную помощь в сопровождении вот конкретно лиц, которые пострадали от домашнего насилия. Наскільки успішні ці справи? Успішні з вашого розуміння? Виграти справу чи там допомогти конкретно комусь? Категория дел, знаете, достаточно тяжелая, вот именно в том плане, что не тяжело ее сопровождать, в принципе, абсолютно не тяжело, за исключением того, что иногда перенимаешь как на себя вот историю людей, которые рассказывают, вот, переживаешь вместе с ними, начинаешь переживать, сопереживаешь и, в принципе, себя пытаешься абстрагировать, насколько это возможно от этой ситуации, но не всегда выходит. А тяжесть сопровождения этих дел, наверное, зависит не в том, что тяжело там по закону, а нет просто банальной практики. Вот нету банальной практики, и люди зачастую, те, которые вот, домашние насильники, семейные насильники, они один раз совершили этот поступок, приезжают сотрудники полиции, там, ай-яй-яй, погрозили пальчиком. Почему погрозили пальчиком? Они поступили по закону, то есть не сделали, не провели необходимые действия, не провели работу профилактическую. Сказали, ты это больше не делай. Он сказал, я так больше не буду делать. И понял, что, в принципе, можно продолжать так и дальше делать. И зачастую они достаточно, скажем так, не могут себя управлять в состоянии гнева и нападают. То есть не работает что? Не работает закон? Не работает механизм. Закон есть. Механизм наказания? Как правильно, да, применить, реализовать механизм наказания, механизм ограничения насильника от жертвы. Ну а как? А если есть там криминальная ответственность или там есть штраф какой-то? Криминальная ответственность, это ж совсем несколько другое уже. Уголовная ответственность, это уголовная ответственность наступает за совершение определенного деяния, предусмотренного уголовным кодексом. А семейное насилие, оно ж регламентируется административным правом. Ну, хорошо, если это большой штраф, большой для, например, вот этого человека, который участник, который совершает насилие, если он его заплатил, не может заплатить, там, ему какая-то там отстрочка дается, да, ну, если это существенно бьет по его там бюджету. Вот, это возможно? Возвращаясь вот даже к уплате штрафов. Дело в том, что семейное насилие домашнее, оно же может быть проявляться не только физически, да, там угрозы, а проявляться психологически, экономически. Проявляться экономически лишают. Там, есть единственное, мы сталкивались с случаями, когда, условно говоря, в семье добытчик супруга. Супруга, она добывает деньги, двое детей, и муж, который злоупотребляет алкоголем и проявляет всяческое насилие, физическое, насколько это возможно вот в семье, и в том числе экономическое. И, естественно, вынеся суд
свободно бьет молоточком по столу и говорит, вот тебе штраф 340 гривен. И этот штраф необходимо заплатить, да, семейного бюджета. И, по сути, страдает тот человек, который является жертвой от самого насилия. Он еще страдает и в финансовом плане. Страдает этот человек и страдает семья в целом. Лишний раз она потом не будет как бы вот обращаться. Конечно, да? Это вызывает прецеденты, что сейчас вот я обратилась, полиция приехала, молодцы, сработали, все, составили админматериал, привлекли человека по 173-й части ПРИМ-2. Однако суд выносит такое решение, как 340 гривен штрафа, который теперь мне необходимо заплатить. А в следующий раз повторность, это штраф еще больше. То есть еще мне надо будет платить. А он приходит домой и говорит, ну давай, давай, вызывай ментов, вызывай полицию, будем платить еще деньги. А как вот подобная практика за границей? Вы же знаете, наверное, знакомы с процессом. Как сделать так, чтобы это заработало, чтобы это было действенно? Ну то есть получается, что невозможно предотвратить? Насилие никаким. Я не знаю, мне кажется, вот мое личное мнение, знаете, если когда спрашивают, вот, ну, скажи, вот как ты думаешь. Я хочу сказать, что с нашим менталитетом нашего государства, за границей не стоит говорить еще лет 10. То есть вот оно так вот и будет, так оно будет. Пока будут сотрудники полиции остерегаться, осуществлять функции, возложенные на них государством, пока суды будут... А что будут... значит остерегаться? Они что? Ну, они приезжают на вызов, составляют там протокол, они приезжают... да? Банально, сотрудники патрульной полиции, они проходят трехмесячные курсы. К сожалению, не все из них... К огромному сожалению, не все из них знают хотя бы даже половину того, что им необходимо знать. Ну и, естественно, при выезжая на место совершения домашнего насилия, это, по сути, совершается административное правонарушение. То есть необходимо собирать материал. И вот помимо того, что необходимо собирать качественно, еще необходимо знать, что конкретно, на чем конкретно нужно делать акцент, какие нормативные документы необходимо, какие процессуальные документы необходимо составлять. Вот начиная вот с вот этих вот первых шагов, вводится ступор. То есть, что составлять, там, акт, протокол или рапорт просто написать. А то есть, даже этого не знаю. А что дальше делать? Ну, да, ну, вызываются группы. Ну, бывает так, что, возможно, зачастую из-за того, что много вызовов, вот, колоссальное количество вызовов, отсутствие профилактической работы со стороны органов национальной полиции, приводит к тому, что большое количество вызовов, и сотрудники полиции урегулировали конфликт на месте, погрозили пальчиком, угомонили хулигана, скажем так, насильника на 15 минут на и уехали. Да. До следующих встреч. То есть административно, процессуально ввязываться в эту ситуацию, наверное, 90% сотрудников вот, полиции не хотят. Почему за границей это работает? Ну, вопрос такой, да, наверное, потому смешной. Что за границей, потому что работает закон, да? Потому что за границей работает закон и есть уважение. Просто вот банальное уважение к правоохранительной системе, к государственной системе. Вот есть уважение. То есть... Мы понимаем о том, что мы же неоднократно, да, видели ситуации, когда и блогеры себе многие позволяют и выкладывают в интернет, что сотрудник полиции, находясь на службе, он фактически выполняет функции государства, выполняет функции, возложенные на него государством. А люди позволяют себе, многие граждане позволяют себе просто, я не говорю там уже о злоупотреблении, там, руганью матерной, а просто там обзываться, ты там такой-сякой. Ну и сотрудник полиции стоит, у него нету механизма защиты. Вот нету, в первую очередь, механизма защиты вот у него. Вот стоит пьяный человек, который не совсем отдает отчет своим действиям. Вот прямо говоря, не то, что не совсем, а совсем не отдает. И посылает сотрудника полиции, ты иди туда, иди сюда. А сотрудник полиции понимает, что он сейчас начнет его вязать, тот начнет сопротивляться. Ну, да. Ему необходимо, американский полицейский. Да, да, ему необходимо на это написать куча рапортов, куча объяснений, потому что там, не дай бог, он его сейчас наденет, применит к нему спецсредства или наденет наручники, поломает ему руку. Это вообще можно забыть про этого сотрудника милиции, уже полиции. А вам вот приходилось выезжать вот на подобные конфликтные ситуации? То есть приглашали вас там как адвоката, возможно, там поприсутствовать, там помочь, разобраться. На семейный скандал? Да. Ну, такое в бытности происходит? Адвоката, вероятнее всего, нет еще, в бытности сотрудника национальной полиции. Нет, ну есть же у нас такое, я ничего не буду говорить без присутствия адвоката. У нас такое есть. И вызывают вас.
Такое есть, это законом предусмотрено. Я же говорю, в бытности адвоката не приходилось. Нам уже обращаются, как правило, люди, которые в тот момент не страдают от домашнего насилия. А в бытность сотрудника полиции я выезжал неоднократно на такие мероприятия. А вы были сотрудником полиции? Да, ранее. Да, 17 лет отдал родине. Что-нибудь изменилось с тех пор сейчас? Вот в этом изменилось. К лучшему? Абсолютно к худшему. Да. Абсолютно к худшему. Да. Если раньше полиции говорили хотя бы опасались, хотя бы переживали, то сейчас для людей, сотрудники национальной полиции, государство не беспокоится о имидже у правоохранительного органа страны. Вот совершенно не беспокоится. Ну, как-то вот совсем это пессимистично. Я хочу вас спросить дальше о законе, да, проект закона за основу приняли. Тут длинное название про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі. А внесли какие-то изменения. Насколько я понимаю, закон существовал, да, а сейчас появилось что-то новое. Вот что новое в свежей этой редакции и как это может помочь ситуацию изменить к лучшему, если может? Во всяком случае, призван. Не знаю, как может, а призван это точно. Вы знаете, вот исходя из судебной практики, вот за 2019 год, возьмем по территории страны, больше чем 50 тысяч лиц было привлечено к административной ответственности за домашнее насилие. Больше 50 тысяч лиц. В основном больше 90% наказаний выбирались штраф. Это не маленькая цифра. Не маленькая цифра, а еще серьезно. Я скажу вам больше, что порядка 9 миллионов в общей сложности было назначено штрафных, ну, сумм выплаты штрафов. Назначено и исполнено? А исполнено больше 3 миллионов. Это тоже достаточно с учетом того, что в принципе само наказание, там 320 необлагаемых минимум, по-моему, от 10 до 20, от 20 до 40. Но сами по себе суммы 370-340 гривен, то есть, в принципе, достаточно небольшие суммы. И даже с этим учетом, согласно статистике судебной, оплачено порядка более 3 миллионов гривен за 2019 год только. А вот раньше был такой вид наказания, как корисні роботи, да? Общественно полезные работы. Сейчас такое есть? Новый кодекс этого не предусматривает? Вот относительно вот как раз вот этих вот законопроектов, которые приняли за основу, вот сейчас 3908-1, по-моему, вот он, его взяли, он был зарегистрирован в прошлом году, в 2020, вот только в январе был принят за основу. Он соперничал с еще одним проектом, законодательным проектом, это 3908. Вот в чем между ними была разница, 3908, он по себе, скажем так, в нем шла речь о увеличении суммы как раз вот именно штрафных санкций в отношении правонарушителя. И там начали достигать суммы до 34 тысяч гривен штрафа, что в свою очередь уже в принципе фактически воздвигало этот вид административного нарушения в когорту, так скажем, уголовных некоторых правонарушений. Но опять-таки, я считаю, что вот эта альтернатива, которая была принята за основу в январе, -1 3908 законопроект, он достаточно лояльный и больше направлен на то, чтобы все-таки заставить механизм работать, вот именно механизм профилактики, противодействия семейным насильникам. Там введено вот как раз вот то, о чем вы сказали, вот суспільно-корисні роботи. Если его примут, подпишет президент и опубликует, он вступит в действие, тогда будет он предусматривать данный вид работ. И так же самое он будет предусматривать, что вознаграждение от этого вида работы, опять это вид работы, который определяется определенным органом местного самоуправления, то есть самостоятельно они будут решать, кому, куда
административное лицо, которое совершало административное наказание, куда ему идти отрабатывать. И вот оплата от этих работ предусмотрена, что будет идти лицу, которое пострадало от физического, от семейного насилия. То есть, например, там супруги или супругу. Супруги, сожительницы, супругу. Кстати, вот а такие часто случаи. Вот обратные, ну, как-то мы традиционно считаем, что над женщинами больше, да, совершается насилие, а вот обратные там женщины совершают над представителями сильной половины, так сказать. Я уже так гендерно да, тут неправильно выражаюсь. Хотелось пошутить было, но не буду. Мы сталкивались с такими случаями, что жертвами домашнего насилия становились мужчины. Сталкивались. Ну, с этим легче бороться. Как бы женщину можно понять, она с помощью трех слов, два из которых мата, в принципе, может объяснить, почему она так делает. Главное, чтобы не было рукоприкладства. А вот какого вида насилия больше? Физического, психологического, экономического? Психологического насилия. Психологического. Потому что физическое... Это сложно установить, сложно доказать. Да, физическое наверное? Насилие, оно уже попадает, если мы говорим сквозь призму административного законодательства, то все-таки домашнее насилие, наверное, все-таки психологического характера больше. Потому что если физическое, то уже его можно относить к разряду уголовного деяния. Угу. То есть это уже подпадает под юрисдикцию Уголовного кодекса Украины. Угу. Это уже не административное наказание, а уголовное. И, соответственно, порядок его доказывания, порядок расследования и наказания за него тоже несколько иной. Угу. Хорошо. Вот штраф, эти корыстные работы, что еще? Все? Видов наказания больше не существует за подобные вот нарушения? Вот этими изменениями законопроектом 3908 также предусмотрено административный арест, увеличение срока административного ареста. То есть если на сейчас, если лицо совершает впервые там, до 7 дней административного ареста, это, кстати, является самым тяжелым наказанием. За... Там 7 дней в СИЗО подержат, да? Ну, изолированным, скажем так, от общества. Это не СИЗО. СИЗО – это изолятор временного. Это там, где люди находятся до суда, либо до вынесения приговора. Это СИЗО в основном находятся люди, которые привлекаются к уголовной ответственности. А тут с 7 дней увеличивают до 10 дней. То есть на 3 дня этим законопроектом будет увеличено как это время пребывания лица, то есть максимальное время. Ну, я не знаю, время. Я слушаю, мне кажется, неужели это вот так существенно, и это может там... На самом деле, один день даже изоляции от общества, даже несколько часов на многих людей, на очень на многих людей действует достаточно поучительно. А где они пребывают? Вот, вы говорите, не в СИЗО, где у нас есть какие-то специальные... Да, изоляторы временного содержания. И вот, как правило, в этих изоляторах вообще у нас предусмотрены комнаты для арестованных и задержанных еще по райотделам, если я не ошибаюсь. Просто сейчас они их не используют, потому что находятся они в ненадлежащем состоянии. Я вам скажу больше, даже если Европейский суд по правам человека в своих решениях признает условия содержания в СИЗО как пытку, то в СИЗО признает, то говорить за комнаты в райотделах вообще не приходится. Поэтому люди содержатся, как правило, в изоляторе временного содержания. Кроме того, что вот увеличивается срок с 7 до 10 дней, также самое предусмотрено и срок привлечения лица, который совершает насилие, увеличивается срок, в течение которого можно привлечь к ответственности за совершение данного вида правонарушения. С 3 месяцев до 6 месяцев увеличивается. То есть, вы знаете, как в наше время вот в юридической практике вообще сталкиваемся повседневно. Очень большая нагрузка у суда, достаточно большая нагрузка у суда. И судьи могут назначать, ну, вставляют в график, знаете, вот административное правонарушение надо рассмотреть. Там, у каждого судьи там, порядком... Больше 1000 дел в производстве. Его надо каждое вот рассматривать. Бывает, просто штампуют судьи каждые 15 минут. Вот они рассмотрение. И надо вставить вот еще один административный протокол, который он пришел. Вот они вставляют там всего с момента совершения до привлечения 3 месяца. То есть если не успели, то в принципе все уже. Лицо привлечь к административной ответственности не представляется возможным. И многие люди... которые уже были, знаете, пользуются этим, то берут адвоката, который приболел,
раз перенесли, второй раз... Потянули время. Да, сам человек приболел тоже, он не явился, предоставил справку. А тут смотришь, уже 2 месяца прошло, 3 месяца прошло, и приходится судьям просто брать и закрывать административное судопроизводство. А этим проектом законодательным предусмотрено, что будет продлеваться до 6 месяцев. Кроме этого, также вводится нововведение раньше, вот, допустим, на данный момент, вот на сейчас, рассмотреть данный вид правонарушения в судебном порядке вот, без участия лица, которое совершило данное правонарушение, невозможно. То есть судья... В случае неявки лица, совершившего данное правонарушение, если у него нет для этого причин, прибегает к заходам примусу. То есть выносит постановление о приводе, отправляет его на орган национальной полиции, орган национальной полиции его исполняет. К сожалению, не всегда в судебной практике, не всегда получается, скажем так, осуществить привод лица, совершившего данное правонарушение, в суд. Ну, соответственно, по этим причинам не всегда и удается привлечь лицо, совершившее данное правонарушение, к административной ответственности. А в данном законопроекте предусматриваются изменения в административный кодекс, и порядок рассмотрения судебного рассмотрения уже допускается без участия лица, совершившего данный вид правонарушения. Ну, есть какие-то изменения к лучшему? Вы там вот в начале нашей темы сказали, что призван, да, этот законопроект. А приведет ли, вот как считаете, приведет к улучшениям, к появлению того механизма отсутствия, которого вы упомянули? В любом случае, мы идем к тому времени, когда законы будут все действовать, и все, и все абсолютно механизмы будут крутиться и совершать те необходимые действия, которые они должны совершать. Поэтому рано или поздно, я считаю, что наше государство на правильном пути, просто достаточно медленно. Я думаю, что лучше рано. Вероятнее всего, что этот закон еще потерпит не одно изменение, но думаю, что будет все в порядке и действительно... Данный вид насилия, на который вот еще 2-3 года назад в нашей стране вообще не обращали никакого внимания, то сейчас уже о нем, в принципе, говорят, и говорят достаточно громко, и много громких дел с этим связано. И я думаю, что мы движемся в правильном направлении. На правильном пути. Да, вот на этой оптимистичной ноте я предлагаю на сегодня закончить. Спасибо вам за внимание, за визит. И нашим зрителям сейчас скажу спасибо за внимание, уже оговорилось. Разъяснили некоторые моменты. Спасибо. Благодарю. За приглашение. І я ще раз подякую нашому гостю. Іван Сокол, адвокат. Представляє він адвокатське об'єднання «Атлант». Говорили про законопроект щодо теми домашнього насильства. І ось тепер я ще раз дякую нашим глядачам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.